Хотите, чтобы ваш протокол ЭКО оказался успешным? Хотите увеличить свои шансы на здоровую беременность? А может, хотите разобраться в причинах неудач? Я с радостью помогу вам осуществить вашу желанную мечту и поделюсь своим опытом работы с женщинами, выбравшими протокол ЭКО. Многие женщины считают, что при подготовке к протоколу ЭКО надо во всем себя ограничивать, а другие, наоборот, оставляют все как есть. И тот, и другой подход не совсем верный. Правильно подготовившись, вы можете существенно увеличить свои шансы на благоприятный результат. Если вам рекомендованы вспомогательные репродуктивные технологии и вы готовы пойти по пути ЭКО, я рекомендую вам взять хотя бы пару месяцев на подготовку к этому процессу. Эти несколько месяцев не станут существенной задержкой, но помогут вам получить большое преимущество при прохождении протокола и заметно увеличить ваши шансы на здоровую беременность. В среднем результативность протоколов ЭКО составляет около 30%. А это значит, что только каждый третий протокол заканчивается здоровой беременностью. Мне доводилось работать с женщинами, которые прошли через 6-8 протоколов и не получили результат. Я специализируюсь на теме повышения фертильности с 2010 года и очень внимательно изучаю все самые важные тенденции. За последние 10 лет вышло больше сотни исследований, посвященных результативности ЭКО. И согласно их выводам, психоэмоциональное состояние пары и особенно женщины значимо влияет на положительный результат процедуры ЭКО. Я дам вам рекомендации в зависимости от того, сколько времени до протокола ЭКО у вас осталось. Если у вас осталось меньше месяца до начала протокола, то я рекомендую вам сфокусироваться на работе с психоэмоциональной сферой, на практиках восстановления и дыхательных упражнений, о которых я сейчас вам расскажу. В моем опыте работы, а это несколько десятков женщин, которым я помогала подготовиться и пройти через протокол ЭКО, есть только три случая, когда беременность не наступила в первом же протоколе. В двух случаях из трех, по моей оценке, женщины несколько поторопились с вступлением в протокол. Даже если протокол ЭКО у вас начинается всего через пару недель, уделив себе от получаса до часа в день, вы сможете значительно повысить свои шансы на здоровую беременность. Естественно, это касается регулярной ежедневной практики. Объясняется это очень просто. Любая наша мысль вызывает в нашем организме нейроэндокринный сдвиг, а это настоящая свистопляска гормонов. Гармонизировав свои мысли, убрав деструктивные установки, мы балансируем свою гормональную систему, и даже если у нас нет внутренних конфликтов и деструктивных установок, что я встречаю среди женщин с диагнозом бесплодия крайне редко, есть еще элемент стресса. Прохождение протокола ЭКО само по себе вызывает стресс даже у женщин с самой устойчивой психикой. А если вы склонны волноваться по пустякам или не любите медицинские процедуры, то это будет для вас уже серьезным стрессом. Стресс, даже самый незначительный, приводит к скачкам кортизола, а кортизол приводит к дисбалансу половых гормонов. Другими словами, когда бессознательно организм настроен на выживание, он не готов к размножению. Поэтому даже самые простые антистресс-практики при подготовке во время протокола ЭКО повышают ваши шансы на успешное зачатие. Даже 2 недели регулярной практики релаксации могут помочь вашему малышу быстрее прийти к вам. Но, конечно, все практики дадут больший эффект, если мы их применяем 2 и более месяцев. Поэтому, если до вашего протокола ЭКО больше месяца, я рекомендую по максимуму использовать это время. Это не только увеличит ваши шансы на благополучное зачатие, но и повлияет положительно на здоровье будущего малыша. Давайте разберем нюансы программ телесных практик за 2 недели до начала стимуляции, во время и после пункции ооцитов, а также до и во время и после подсадки эмбрионов. Репродуктологи сейчас используют самые разные варианты протоколов ЭКО, поэтому сейчас я расскажу, как можно совместить ключевые этапы протоколов с теми практиками, которые я рекомендую только для основных схем вспомогательных репродуктивных технологий. Но сперва хорошая новость для тех, кто уже занимается йогой не менее полугода.
Если вы занимаетесь йогой полгода и больше, то вам потребуется минимум изменений при подготовке к протоколу ЭКО и чуть больше во время его прохождения. Если же вы новичок в йоге или никогда ей не занимались, то важно будет учесть больше нюансов. Сейчас представлено очень много разных направлений и школ йоги. Поэтому тем, кто регулярно занимается, я рекомендую просто убедиться, что в вашей практике присутствуют ключевые для протокола ЭКО телесные дыхательные практики и практики медитации. Я часто сталкиваюсь с тем, что не только в фитнес-центрах, но и в некоторых йога-студиях преподаватели не дают шавасану, практику расслабления, дыхательные техники, брюшные манипуляции и другие важные элементы. Йога – это целостная система, и она дает наилучший результат, если мы не забываем про важные составляющие. За 1.5-2 месяца до вступления в протокол уберите из своих занятий активные упражнения на пресс и интенсивную силовую практику на мышцы верхней части тела, представленные в таких направлениях йоги, как аштанга, виньяса, йога, пауэр-йога и подобных. Чрезмерные силовые практики часто повышают уровень андрогенов, которые могут негативно влиять на ваш гормональный баланс. Также убедитесь, что при отсутствии противопоказаний в вашей практике представлены следующие очень важные упражнения. Перевернутые позы, работа с тазобедренными суставами, работа с шейным и поясничным отделами позвоночника, брюшные манипуляции и висцеральные техники, упражнения для тазового дна, практики глубокой релаксации, дыхательные практики и медитации. О том, что я рекомендую исключить уже во время прохождения протокола ЭКО, чуть дальше, а пока информации для новичков в йоге. Если вы начали заниматься йогой за 1-3 месяца до протокола, то важнее всего будет освоение релаксационных техник и дыхательных практик. Именно они, согласно исследованиям и моему опыту работы с женщинами, значимо повышают эффективность лечения методом ЭКО. Далее в порядке приоритетности стоит освоить перевернутые позы, брюшные манипуляции, работу с тазовым дном, работу с тазобедренными суставами и, по возможности, добавить ежедневные короткие медитации. Еще бы я рекомендовала работу с опытным перинатальным психологом или любым другим экспертом, работающим с психоэмоциональной сферой и специализирующимся на теме бесплодия. Иногда достаточно всего 2-3 сессий, чтобы убрать основные деструктивные установки и снизить уровень стресса от предстоящего лечения. А это, в свою очередь, положительно повлияет на результативность протокола. Если вы хотите получить мою рекомендацию по этим вопросам, переходите по ссылке в этом видео. Что убрать и на чем сфокусироваться во время прохождения, собственно, протокола? За неделю до пункции, в течение 2-3 недель после нее, имеет смысл сконцентрироваться на релаксационных техниках и практиках дыхания, вокализации и медитации. В том случае, если вы занимаетесь йогой уже больше полугода, мы продолжаем делать асаны после пункции, но предпочтительно в релаксационном варианте. И обязательно убираем асаны, которые вызывают увеличение давления в брюшной полости. Пресс, асаны лежа на животе, глубокие прогибы. Убираем силовые асаны. Перевернутые же позы и брюшные манипуляции, наоборот, рекомендованы при отсутствии осложнений и за исключением нескольких дней в протоколе, о которых чуть дальше. Для новичков в йоге я рекомендую ограничиться только дыхательными и релаксационными практиками во время прохождения протокола ЭКО, вокализации и медитации. Если вы освоили перевернутые позы, то продолжайте практиковать випариту карани мудру в релаксационном варианте. В день пункции и несколько дней после лучше воздержаться от брюшных манипуляций удьяны, банхи, агнисары, тхаути, крии, наули и гипервентиляционных практик дыхания, пхастрики, капалабхати и им подобных. Потом можно и нужно к ним возвращаться и делать их вплоть до 5-й недели беременности. А с 5-6 недели беременности важно перейти на протокол йоги для беременных, в которых есть достаточно много ограничений в первом триместре. Если в ходе протокола случилась гиперстимуляция, то я рекомендую оставить только релаксационные и дыхательные практики, а также медитации. Также в этой ситуации полезными могут быть мягкие лимфодренажные техники и лимфодренажные травы, которые стоит согласовать с вашим репродуктологом. Я искренне желаю,
чтобы малыш пришел к вам самым наилучшим образом.